Неадекватное поведение этого мужчины красноречивее любых слов. Синтетические наркотики первым делом разлагают личность человека. Он буквально превращается в зомби, который рычит в поисках новой дозы. Опять скорая не взяла. Какая вызовешь скорая? Спрос рождает предложение. На фонарных столбах и заборах, стенах и остановках общественного транспорта несложно найти объявление о легком заработке. На такую работу попасть очень легко, но выйти из криминального бизнеса почти невозможно. 23-летняя гражданка Таджикистана попалась с поличным при попытке сделать закладку. На этих кадрах видно, как украдкой она подходит к забору, бросает сверток, присыпает его снегом, делает фото и уходит прочь. Незнакомка вызвала подозрения у очевидцев, которые и вызвали полицию. В ходе личного досмотра были обнаружены свертки с наркотическим средством. После этого были проведены обыска. В ходе обыска в квартире были обнаружены денежные средства в размере 300 тысяч рублей, упаковочные предметы, изолента, ножницы, пакеты, которые она использовала при расфасовке наркотических средств. За два дня девушка успела сделать 55 закладок. Задание получала через мессенджер от куратора из-за рубежа. Кто он и где находится, закладчица не знает. После задержания переписка и сам контакт были удалены. Общий вес наркотического средства, которое девушка пыталась сбыть на территории города Салехард, оценивается как крупный. В настоящее время уголовное дело рассмотрено в Салехардском городском суде. После задержания закладчица пыталась дать взятку полицейским – 300 тысяч рублей. Однако это никак не помогло ей избежать наказания. В отношении иностранки возбудили уголовное дело по двум статьям – покушение на незаконное распространение наркотических средств в крупных и значительных размерах и приготовление к даче взятки в крупном размере. Сегодня суд отправил девушку в колонию на 9 лет. Однако выйти на след куратора следователям пока не удалось. Сергей Шелковников, Таргир Валиди, Илья Михно, Максим Терентьев. Времени мало. Салехард.